В эти дни сенаторы проводят изучение в районах и городах Бухарской и Андижанской областей. Цель – контроль за исполнением намеченных проектов по дальнейшему улучшению инфраструктуры Махалей. В ходе 44-й сессии Андижанского областного кенгеша народных депутатов речь шла о реализации в регионе постановления президента о дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры Махалей в 2022-2023 годах. В этот период, согласно соответствующим проектам, запланировано строительство внутренних дорог, сетей питьевого водоснабжения, газовых и электрических сетей. Члены Верхней палаты парламента детально рассказали об основных задачах сенаторов и депутатов местных кенгешей, избранных от регионов, сделав акцент на том, что все намеченные в рамках программы меры находятся в постоянном фокусе внимания. Достигнута договоренность о конструктивном сотрудничестве, а также установление соответствующего депутатского контроля за осуществлением проектов, определенных в данном постановлении в разрезе Махалей области. Столь же пристальное внимание уделяется реализации документа за подписью главы государства Бухарской области. Согласно ему, областные кенгеши в недельный срок должны обсудить и утвердить перечень проектов, которые будут осуществляться в рамках соответствующих программ. В Бухарской области запланировано проведение строительно-ремонтных работ на 413 объектах. Под контролем, в том числе общественным, находятся все процессы как строительства, так и целевого использования выделенных средств. В нашей Махалле более 5600 жителей, 1186 домохозяйств. В настоящее время начаты работы по асфальтированию 15,5 километров внутренних дорог. Жители рады таким переменам. После изучения проведенного республиканской рабочей группой составлен перечень объектов, где осуществляются строительно-ремонтные работы. Наша Махалля полностью обновляется, проложены газовые трубы, строится учебный центр для предпринимателей. Чайхана для наших аксакалов, асфальтируют дороги. Такие перемены не могут не радовать. Постановлением президента 25 октября текущего года определены задачи по улучшению инфраструктуры Махалей. Для их реализации выделено 2 триллиона 700 миллиардов сумм. Согласно утвержденным программам, ведутся работы по асфальтированию дорог, обеспечению чистой питьевой водой, бесперебойным газоснабжением. Своевременное исполнение намеченных проектов по дальнейшему улучшению инфраструктуры Махалей должно находиться под постоянным общественным контролем. Постоянно держать руку на пульсе, а значит, ситуацию под контролем – приоритетная задача. От ее эффективного решения напрямую зависит, в какие сроки будут реализованы намеченные планы, полностью ли освоены и рационально использованы выделенные средства, должным образом ли проведены работы и улучшена ли инфраструктура Махалей в соответствии с программами, главная цель которых – повышение качества жизни населения.